Боже, мать, вот давай без тебя! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Биошок. Не забываем про лайки и комментарии под этим видосом. Сука! И погнали! Мразь, ты где? Ах ты! Ай! Блять, у меня патроны, это самое! Да, блять, где ты? Я ее потерял. Бать? А что батя делает? Здорово, бать. Так, ну впрочем, блин, впрочем, у меня нечем. Что тут нихера не было? Блин, эту девку я упустил. А, не, я ее не упустил, она все же. Эх. Боже, зачем мне баксы-то? Блин, у меня нечем с ними махаться. У меня откровенно нихера нет. А, у меня же нихера не... Четыре патрона! Да вы издеваетесь! Я ж все, что у меня было, просрал на... Я не знаю, что это было, на тот коридор. Который, к слову, мы еще и не прошли до конца. Эх. Блин, тут огонь. Да вы издеваетесь, нигде ничего нет? Блин! Весьма прискорбно. Да чтоб тебя. Я терпел это ради тебя, отец. Что? Моя месть настигнет тебя. Да сука! Чтоб тебя, блин. Баксы, толку с этого. Так, хорошо, у меня 7 патронов. Что я с ними могу сделать? Да нихера. Так, хорошо, я хотя бы камеру вынес, меня уже хотя бы палить не будут. Правда, я не знаю, насколько мне это поможет. Кто это сказал? Кровь идет. Сука! И не смотри на меня так! У меня 2 патрона, блин. Кто это сказал? Пушка! У него пушка! Ай! Беги, мы все равно тебя найдем! Мы все тут на уши поставим! Тих! А, блядь! Патронов нет! Ну, давай, я тебе покажу! Сука! Я это заслужил! А я тебя, блядь, так отмудохаю! Сука! На, поебальнику! Оп, аптечку использовали. Солнышко, ты где? Я тебя нахер не вижу что-то как-то. Только слышу, как ты летаешь где-то.
Да, блять. Где она? А, вот. Боже, задолбало. Батарея, она мне нужна хотя бы? Непонятно. Так, ладно, я их хлопнул. Так. А этого я обыскивал? 7 патронов для автомата. Окей. Что у нас тут еще есть? Да, полагаю, ни хера у нас тут нет. Так, патроны для автомата. Еще больше. Так, ну что, меня в какой-то степени это радует. Мне хотя бы теперь есть чем бабахать по ним. Ни черта себе. Пленка. Которой я почему-то даже не пользуюсь. Ладно. Пофиг. Тут тоже нихера, этого мы обыскали. Так. Да подожди это. Давайте попробуем взломать. А, к слову, у нас есть автовзлом. Окей. Так, да он какой-то говёный этот автомат, в нем нихера нет-то. Чёрт. Ну какой чёрт он нужен был? Ладно, хотя бы так. Впрочем, 5 аптечек мне должно хватить. Я б сказал, что все дерьмо, парни. Я б так сказал. Так, а как нам... На какую-то Артемиду можно перебраться. Блин, ты где они ходят, господи? Пугают меня. А, наверное, вот это окошко. Сука, я не совсем понял. А че я не могу перепрыгнуть? Да, блядь, че? Ну я ж правильно вроде бы пытаюсь пролезть. Стоп, или... Бля! Простите! Мистер Коэн, прошу вас, дайте мне... Я не ожидал, что будет так просто. Универсальный конвертер. Я не уверен, что он мне нужен. А зачем там дверь была тогда? Так, напалму у меня, в принципе, и так жопой жуй. Опять же, я не совсем могу придумать, куда его... Куда его использовать, вот. Черт. Я видел там кого-то. Боже, не поможе. В театре женщина привыкает ко всеобщему вниманию. Где ты там ходишь? Она наклоняется и смотрит.
Мою мать! Что ты сказал? Стальной болт. Я красивее Гарда? Ну. Слушайте, вроде бы вот эта вот херня тоже нормально так стреляет. Подожди, я хочу тут осмотреться. Что это? Вау! Ты виновата, ты! А! Вот это я ее шибанул. Стоп, там что летает этот обзорщик? Вау! Так, о, 11 пулеметов для автомата, класс. Опа. Винты, так, хорошо я сюда зашел. Так, что-то тут еще будет. Так, тут толканы. Блин, эти звуки меня пугают. Образец энзима, доллары, картофельные чипсы. Ну, видимо, я просто меньше жрать буду хотеть. Вау. Так, какие-то батареи, которые я уже даже брать не могу. Во-вторых, у меня передоз. Ага. Так, стоп, тут ключик какой-то. Нет. В другую сторону. А, видимо, это ключик. Видимо. Стоп, господи, я чё это я за... А, все, универсальный конвертер. Так, хорошо, а что он может делать? Болты ловушки, снаряды, наводящиеся на тепло, кровожадность. Я понял. Так. Инвентарные объекты. Броневые патроны для 45-го калибра. Хорошо, типа, а что, у меня не из чего их делать? Понял. Так, ну, давайте тогда еще один автовзломщик. Алка-ищейка. Ладно. Так, хорошо, все остальное мне не особо и надо-то. Да боже, задолбало вечно менять. И я что-то уже все обошел. Ну, типа, да. Стоп, подождите. А, вот выход. Я что-то как-то я немного запутался. Хорошо, видимо, теперь уже и на второй этаж можно-то. Ну, собственно, да. Вон даже видно, там у меня задание. А вот чё, как я эти два не прошел, видимо, надо было где-то поменять. А хер там поменять, у меня же глючит организм. Блин, страшно. Так, так. Ладушки. Панель отключения роботов. Так. Тут же где-то должна быть камера. Так, бро. Бро, ты без ничего. Бро, ты неинтересный. Я понял. Так, не, ну, давайте пока поищем тут. Растяжки?
Блядский рот. Блин, нихера. А! Сука! Я ж тебя там... Вау! Да я тебя тут не ожидал. О! Я хотя бы патронов снял. Блядь, это что? Выберите трек. Плазмиды, физические, инженерные, боевые. Увеличивает очки за исследование от сделанных фотографий. Каждый фотоохотник мечтает попадать в цель. У вас... И теперь у вас есть фотоглаз. Как только вы примете этот бесценный генотоник, вы увидите мир в новом цвете. Укрепленная броня. Так, как она работает? Бонус от урона, а меньше урона от электричества. Блин, ну, наверное, давайте поменяем. Во. Так, по идее, должно быть лучше. А вообще, я хз. Так, а с плазмедами я могу сейчас работать? Не, они сейчас не ставятся у меня. Так. Ну, а ладушки. Опять меня глючит. Блин, ну этого тоже ничего нет. Печалька. Почему у меня такое чувство, что сюда я типа как бы и не пройду? Да. Я только зря потратил патроны. Вау! Да, наконец-то меня перестанет тормошить. Все, 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 можно сохраняться. Господи, во, крутяк-то. Е-е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 
Наркотики Сушонга над тобой больше не властны. Бери бытисферу и отправляйся на пик Прометей. Пора покончить с этим делом. Блин, фигня вопрос, я согласен. Фух. Так, тут... Нихера не. Вау! Что-то я сейчас сделал. А, я уронил что-то. Подожди, мне это не нравится. Солнышко, ты точно... Блин, я не хотел. Солнышко, вот на кой черт было быковать? Слушайте, теперь же мы можем пройти тот коридор до конца, да? Ну, собственно, да. Я звезда, а не ты! Я? Чё? Кто? Откуда, блин? Какого черта произошло? Ладно, я понял.
У нас опять нечем махаться. Так, а куда, собственно... Боже, она меня запутала. А, ну да, давайте сюда идем. Вау! Боже, что она не заряженная была-то? В смысле, а кто его ёбнул? Два патрона для автомата. Да ну нафиг. А, вот да, второй этаж. Стопулечки. Лечение 16 баксов. Давай, чё, нет-то. Я не совсем понимаю, что мне сейчас сделать. У меня, как обычно, оружие. Оружие говно. Кто? Я! А ну выходи! Здесь честно, чтобы я тебя видел! Вау! Тебе одного мало. Да ты охуел. Чувак, ну чё так вылетать-то? Патроны для автомата 5. Так. Это хорошо, потому что у меня остается один болт. Грубо говоря, я на все положил болт. Один. А, револьверные патроны мне больше некуда девать. Слушайте. О! А так, солнышко. О! Тихо. Я боюсь этих звуков. Я посылал ей цветы каждый день, а она целала их назад. И это ты называешь благодарностью? Да чё я не могу подпрыгнуть? Блин, он по этим завалам пройти не хочет. Почему-то. А, боже, потому что он, блин, присаживаться на контрол. Я просто по завалу пройти не могу. Опа. Так, это хорошо. Блять, это что еще за... Аптечка, ну, взять, во, есть, крутяк. Подожди. Пиздец, мы пленок насобирали. На две игры вперед. Взломать, во, кстати, хорошо, что я в том взломчик прикупил-то. А у меня для мин уже места нет. Даже так. Ладно. Так, хорошо, в принципе, весьма неплохо, что я решил сюда зайти. Весьма неплохо. Тут я сейчас смогу залутаться, надо будет пройти еще по этим коридорам долутать, что там есть. И тогда можно будет идти на задание, я так полагаю, это будет уже последнее задание. Наверное, или нет, я без понятия. Эти чурбаны не хотят со мной говорить. Считают меня уродом. Да пошли они все! Эй, ты создаешь нам лишние проблемы! Да чё ты не дохнешь?
хотел причинять беда! Убью, Надь! Блять! Вот же там еще есть! Убью! На тебе! Убью! Да, блять! Мужики, ну хватит. Чего вы такие дерзкие, резкие? Кстати, весьма обидно, что на него электричество не действовало. Ну ладушки. Блин, а вот эти звуки. Подарок. Обыскать. Нахрена мне резиновый шланг? Ну, в принципе, да, для чего-то он там нужен будет. А, так, а чё это я сейчас взял-то? Непонятно. Блин, а чё я хожу кругами-то? Чёрт, оно мне хотя бы показывало, что я уже обыскал, что нет. А, стопэ, тут я был, тут я помню. Просто какие-то кучи газет. Оп. И еще 3 бакса. Отлично. Так, ну что. Вроде бы тут все. На всякий случай. И сейчас нам надо... Сейчас нам надо вот сюда. Так, тут я был. Фух. Сигарета. Так, вы больше не можете взять. Ну, не могу, так и не могу. Так, хорошо, теперь нам надо вот туда. Хорошо, пока нас даже еще маркер будет вести. Но сразу на задание я не пойду. Чтоб ты мне не мешала, как говорится. Хотя, где оно? Где оно упало? Или оно не упало? Ага, тут ничего нет. Я терпел это ради тебя, отец. Ха. Интересное место для баксов, и ничего не скажешь. Он терпел это ради него. Вау! Подожди! Мать вызова. В смысле? Могло бы и переключить снаряды. Не тикай, солнышко. Стой, тикай. Боже, там еще какой-то есть. Да помилует господа. Как он удачно сдох. В смысле 5 патронов? Бля, ну это вообще не прикольно. Мне опять бахаться нечем.
себе. Как говорится, катись к ебеням. О! А теперь мне есть чем бахаться. Так, батя. Батя без малышки. Малышек мы вроде бы всех тут отмалышили. А без понятия. Так, блин, бухать было не обязательно. Так, лечение. Ну давай полечимся. Хотя, впрочем, у меня 8 аптечек. Так, и меня весьма радует, что батя на меня не бакует. Просто так. Хорошо, а теперь нам... Ох, куда нам, ух! Ну, погнали. Для начала нам надо выйти в коридор. Вот этот. И до конца где-то пилять. Стоп, чё, где, кто нюхает? Вернись, пожалуйста! Не усложняй всё! Твою... Блять! Кровь! Я в смысле? Убью! Черт, куда он делся? Убежал! Убью! Не суди меня! На тебе! Куда ушел этот парень? Я ее не трогал! Твою нахер! Куда все мои патроны делись? Нахер! Заебал. Ну серьезно, у меня ж патронов было много. Вроде. Теперь ни хера нет. Черт. Мудаки. Просто мудила, блин. И с этого ничего не собрать. Чтоб вас! Ну да, этих я уже залутал был. Причем всех. Привет, бать. Не, мы с тобой друг на друга боковать не будем. Я понимаю, что это... Чем это грозит нам? И патроны для автомата, просто шикардос. Ладно, я не знаю, что дальше делать. Нет, то есть я знаю, что дальше делать, но... Ну, блин, это... Капец. Патронами я иду быковать на них. Я вообще не вменяем. А, то есть это я уже добежал до самого верха. Так, тут еще и роботы где-то будут. Как же без них? Как же, блядь, без них? Как мне туда добраться? Забраться, добраться, пробраться. В этот раз откроешься? Блин! Открывайся, черт тебя дери!
Я думал, тут внизу. Я же красивый. Разве не заметно? Сука. Твою нах! Да ёб твою мать! Боже, мать, вот давай без тебя. Да, блять, откуда они набираются? Господи, блять! В смысле? Именно меня пофиг? А, о, как это работает. Черт, у меня ничего нет сражаться, офигеть. Крутяк. Эй. Зачем я сюда попёрся? Вот, блядь, интересно мне было. Интересно, я на эти прутья... Прости, солнышко, как выходило, так тебя мудохал. Скажи спасибо, что не напалмом. Боже, еще батька где-то. Револьверные патроны. Ладно, это лучше, чем ничего, согласен. Лучше так. Хорошо, как отсюда выбираться-то? А то совсем чуточку залутался. Блин, это не работает. Мне надо как-то отсюда... Блять! Я понял, я выбрался. Так, ну что? А, мы там не все залутали. Ну, впрочем, хер бы с ним. Не знаю, как мне это поможет. Ну и идем с напалмом. На всякий случай. Боже, я не знаю, зачем уже. Так. Конвертер.
Так, бронебойные патроны. Для автомата. О-о-о! Вот это хорошо. С ними нам будет намного проще. Я делаю это не только. А, боже, я тут все еще в присяге ходил. Нужен хороший лидер. Так. Восторг напоминает. Желать чего-то с поверхности простительно, но провозить восторг контрабанду или покупать ее непростительно. Управляйте своими желаниями и не нарушайте... Ладушки. Непростительно, значит, непростительно. Ух. Ну что ж, вот мы и дошли до этого лифта. Я так полагаю, с этого лифта и начнется наше путешествие... Мысли. Подожди, а где я по маркеру? Ну не отображает где. Блин, ну давайте войдем в этот лифт. Я свалился от пут, но ставить все свои фишки на матушку гусыню, а ведь тебя уже подставляли в прошлом. Ты знаешь, о чем я говорю. Ступай на гору Прометей. Разберемся там, как мужчина с мужчиной. Ты, я, палуба подлодки и столько Адама, сколько ты себе и представить не можешь. Я понял. Так, а теперь я уже там, где я... Там, где я есть. И отсюда мы пойдем... В последний бой это уже получается. В следующий раз. А сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр. И всем... О! Еще похавал. И всем пока!